Есть множество дуа за усопших, которые приносят пользу как для читающего их, так и для покойного. Предлагаем вашему вниманию следующую молитву за умершего, которая является одной из самых ценных. Аллахумма гфир лаху, варфа' дараджатаху фил махдийин, вахлюф фи акбихи фил габирин, вагфир лана валяху, я раббаль аламин, вафсах лаху фи кабрихи, ванаввир лаху фих. О Аллах, прости его, и возвысь степень его среди ведомых правильным путем, и стань его преемником для тех, кто останется после него. И прости нас и его, о Господь миров, и сделай просторной для него его могилу, и освети ее для него».